большие кошмары! Привет, ребята, опять меня по-прежнему зовут Дарья. В руках у меня укулеле, а это значит, что это новый разбор на укулеле. И сегодня я вас научу играть обалденную песню Алены Швец под названием «Одуванчик». Покажу несколькими вариантами, каждый найдет свой и научится ее играть, естественно. Ну а для начала бери инструмент в руки и погнали учиться. И вот как оно у тебя будет выглядеть. Трудно дышать, грохнусь вот-вот, когда проволоки ткнут прямо в живот. Ты мой лучший кошмар, демон и врозь, ты как солнечный луч, ранишь насквозь. Трудно дышать, грохнусь вот-вот, когда проволоки ткнут прямо в живот. Ты мой худший кошмар, демон и врозь, ты как солнечный луч, Ну а сейчас погнали учиться играть. Разбор на укулеле. Песня не сложная, скажу сразу, если что, кому-то может понадобиться каподастр, про него расскажу чуть позже. Но для начала, конечно же, разберем с вами аккорды, и всего тут 4 штуки. Первый аккорд — аккорд фа, мы зажимаем 4-ю струну на 2-м ладу, а 2-ю струну на 1-м. Далее у нас с вами идет аккорд АМ, мы с этой конструкции просто оставляем 4-ю струну на 2-м ладу. Далее у нас с вами аккорд С, мы зажимаем 1-ю струну на 3-м ладу. И 4-й аккорд, аккорд Е7, мы зажимаем 4-ю струну на 1-м ладу, а 3-ю и 1-ю струну на 2-м. Все вместе. Фа, АМ, С, Е7. Такая последовательность аккордов у нас будет в припеве. В куплете же у нас с вами будет следующее. Фа, С, Е7, АМ. То есть просто поменяли местами 2 аккорда. И поэтому ставим этот аккорд таким образом. Пеппа, что это у тебя там такое? Это же мой новый сборник по укулеле для начинающих и продолжающих. Где вся нужная тебе информация написана без лишней воды и сделана все в виде картинок. А если еще навести телефон на нужный QR-код, то откроется видео по данной теме. Ну а если ты себе захотел точно такой же сборник, то ссылочка в описании. По аккордам более-менее понятно. Теперь, что делать с каподастром и понадобится он мне или нет. Оригинал песни звучит на полтона чуть выше. Что такое тон и полутон, я рассказала вот в этом видео. Кому интересно, обязательно посмотрите. Но, если у кого-то получится так, что что-то низковато для меня звучит, берете каподастр или карандаш, сыки и резинку никто не отменял. Ставим на 1-й лад и теперь от него отсчитываем нужные нам лады. То есть у нас теперь каподастр служит нулевым ладом. И далее раз, два, три, четыре, пять, шесть и так далее лады считаем. Получается фа, АМ, С, Е7. Вот. Ну, по сути, на звук сильно это не повлияет, на тональность вашу тоже, поэтому дело вкуса. Хотите звучать как оригинал, берете каподастр. Если у вас его нет и вам все равно, как играть, играйте без каподастра. По аккордам более-менее понятно. Теперь, что, как играть в правой руке? Скажу сразу, есть несколько вариантов. Первый вариант для ленивых. Вы можете эту песню от начала играть боем шестерка, по-другому вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Все, ну ничего вы не узнаете, можете уходить. Для тех, кто хочет звучать очень круто, рассказываю, как можно сыграть эту песню круто. Во-первых, песня у нас начинается с припева. Мы его играем 2 раза подряд. И за первым разом мы будем с вами играть следующий рисунок. Мы будем делать 4 удара вниз, при этом заглушкой. То есть 1, 2, 3, 4 и на 5-6 просто 5-6. Давайте чуть медленнее. Смотрите, я играю вниз, заглушка, вниз, заглушка, вниз, заглушка, вниз, заглушка, 5-6. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6. Понятно? Давайте еще раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это мы с вами будем играть 1 раз на 1 аккорд. Чуть быстрее это будет выглядеть следующим образом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Угу. Ну вот на аккорд Е7 вы можете вот эти 5-6 заменить на тут 5-6. То есть типа 1, 2, 3, 4,
улавливаем. Давайте теперь со словами, как это будет выглядеть. С поиску по дастам, потому что мне удобно, я так привыкла. Получается, трудно дышать, грохнусь, вот-вот, когда проволоки гнут прямо в живот. Ты мой худший кошмар, демон, брось, ты как солнечный луч, ранишь насквозь. То есть я вот эти заменила 5-6 на постукивание. А далее мы опять начинаем с вами играть этот припев, но тут у нас обычный бой шестерочка подоспел. Этот бой мы будем с вами играть два раза на один аккорд. То есть типа раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Со словами. Трудно дышать, грохнусь, вот-вот, когда проволоки гнут прямо в живот. Ты мой худший кошмар, демон и вас, ты как солнечный луч, ранишь насквозь. Вау, давайте теперь соединим этот припев два раза подряд. То есть за первым разом играем раз, два, три, четыре, пять, шесть. За вторым просто шестерка, да? Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Напоминаю, для ленивых, кто не хочет это всегда делать фишки-плюшки, можете просто играть шестерку, да, ну, красота пропадет. Вообще, эта песня основана на вот этой вот красоте ритма. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Послушайте оригинал, если что. Угу. Давайте посоединяем. И трудно дышать, грохнусь, вот-вот, когда проволоки гнут прямо в живот. Ты мой худший кошмар, демон и брось, ты как солнечный луч, ранишь насквозь. Трудно дышать, грохнусь, вот-вот, когда проволоки гнут прямо в живот. Ты мой худший кошмар, демон и брось, ты как солнечный луч, ранишь насквозь. Далее мы с вами начинаем играть куплет. В куплете у нас бой шестерка. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Один раз на один аккорд. Единственное, вы помните, да, что аккорды у нас поменялись местами. Погнали. И... Все начиналось с привета, но в этом году снег выпал черного цвета. Идем в кино, там закрыто, безлюдно, как круто, картинки друг в друге. Я вижу в тебе все плохое, среди сплошного счастья я выбрала горе, я выбрала горе, я выбрала горе. Ошиблась я, что ли, ошиблась. Далее мы с вами опять начинаем играть припев. За первым разом, помню, да? Пам, 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 па-бам. И так далее. За вторым разом просто шестерка. Давайте еще раз напомню. И трудно дышать, грохнусь, вот-вот, когда проволоки гнут прямо в живот. Ты мой худший кошмар, демон и брось. Ты как солнечный луч, ранишь насквозь. Трудно дышать, грохнусь, вот-вот, когда проволоки гнут прямо в живот. Ты мой худший кошмар, демон и брось. Ты как солнечный луч, ранишь насквозь. Круто! Далее у нас с вами время второго куплета. На самом деле второй куплет мы точно так же играем с боем шестеркой. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Давайте покажу. Все завершилось победой твоей, так не смело меня под прицелом. Где же ведь я, так опасно, твой враг номер один помечен пылью и краской. А ты же ведь мой одуванчик, рассветший в груди проросший всю меня насквозь, всю меня насквозь и всю меня насквозь. Ну разве не сказка, ну разве? Ну а далее у нас опять начинает с вами играть припев. И, собственно, песня готова. А теперь еще раз можешь пересмотреть этот разбор и погнали учить эту песню. Если тебе понравился этот разбор, он был для тебя полезен, то обязательно поставь лайк и подпишись на мой канал, потому что есть очень много
клевых разборов у меня. Посмотри потом после этого видео. Также не забудь написать в комментариях, какую следующую песню и мелодию мне разобрать. Может быть, именно твою песню мы будем учить в следующем разборе. А если ты хочешь показать мне все свои укулеле старания, то все очень просто. Учишь любую песню и мелодию с моих разборов, выкладываешь к себе в Инстаграм и, самое главное, отметь мой профиль Даша Кирпич, чтобы я тебя заметила, увидела и дала обратную связь. Ну а для всех тех, кто хочет поддерживать выход роликов в финансовом плане, то вы можете задать мне любую сумму на Донат Алерс или на Бусти, или вообще подписаться на Бусти. Вот, например, как делают все эти ребята. Спасибо им огромное за это, взамен они получают клевые ништяки и весь раздачный материал. Ну а меня по-прежнему зовут Дарья. Скоро увидимся. Пока. Когда поволоки гнут прямо живот, ты мой, поволоки.